Всем привет! И сейчас я вам покажу, как открыть этот сундук за решеткой в подземной мастерской. Для этого нам надо собрать 7 вот таких ключей. Кумулятивный накопитель энергии. Вот их местонахождение на карте. Тут их 5. Еще 2 нам дадут по мере прохождения квеста этой самой мастерской. Эти кумулятивные штуки дают за победу над мехами. Тут от этого телепорта надо взобраться на эту гору. Следующий мех находится рядом с башней. Пробегаем мимо лагерей Фатуи. Взбираемся на этот холм. Взаимодействуем с этим механизмом, из-за чего активируется мех, и сражаемся с ним. Следующий под водой. Рядом с этим телепортом разворачиваемся и сражаемся с этим мехом. Следующий также под водой вот в этом месте. Подбегаем к этому меку и подбираем блюдо, которое лежит под ним. И последний от этого телепорта. Бежим к этому озерцу с 2 меками. После того, как собрано 5 ключей, отправляемся вот в это место. Здесь вот, где эта тропа заканчивается, вход в подземную мастерскую. Телепортируемся вот сюда и бежим к ней. Здесь спускаемся, проходим дальше по тоннелям. И рано или поздно приходим вот к этому помещению. На этой арене нам как раз придется сразиться с 2 меками, за которых дадут оставшиеся 2 ключа. Тут внимательно, в полу есть дырка, куда надо спуститься и настроить трубы и открыть себе проход в основной зал, где как раз и будет нас ждать вот этот сундук в клетке. Еще тут есть кусок таинственной руды. Для чего она нужна? Подсказочка будет вверху. Собираем все 7 ключей, вставляем их сюда, открываем, забираем сундук. На этом все. Всем спасибо.